Работа районного совета депутатов строится в тесном взаимодействии с администрацией района и главами сельских поселений. Это позволяет оперативно решать вопросы, с которыми обращаются жители. Ведь в основе работы законодательной и исполнительной власти одна общая цель – улучшение качества жизни славянцев. Для того, чтобы знать, какие вопросы волнуют славянцев, депутаты проводят большую работу в своих избирательных округах. Встречаются с жителями. На таких приемах у жителей есть возможность лично пообщаться со своим депутатом, рассказать о проблемах, непростых жизненных ситуациях и услышать ответы на вопросы, которые больше всего беспокоят. В депутатской работе прием граждан, наверное, самый действенный инструмент для того, чтобы держать руку на пульсе жизни, выявлять острые вопросы и находить способы их решения. В приемную депутата Славянского районного совета Юлии Вишняковой приходят люди, чтобы найти сочувствие и поддержку. Нередко хлопочут не за себя, а за своих знакомых. Постоянного внимания требует и состояние дорог. Трудно жить в доме, к которому ведет разбитая гравийка. Депутат и здесь готов оказать содействие. Просьба была следующая: в решении бытовых вопросов пожилой женщине, значит, осталась она одна. И следующий был момент, это по переулок Кавказский, который действительно там нужно вот подсыпать, сделать дорогу, потому что сейчас уже осень, сейчас уже пойдут дожди, зима, и там действительно вот такая проблема. Депутат районного совета Роман Свяжин в своей приемной внимательно выслушивает пришедших к нему на прием славянцев, старается выяснить все подробности, чтобы оперативнее найти решение проблемы. Один из частых вопросов – благоустройство придомовой территории многоквартирных домов. Меня интересует благоустройство нашего дома. Я просто слышала, что есть программа финансирования благоустройства там площадок. Вот, и хотела бы узнать, как в эту программу можно попасть. Депутат считает, что люди проголосовали за него, чтобы он действовал в их интересах, оказывая реальную помощь. Доверие надо оправдывать. Люди в основном обращаются по вопросам жилищно-коммунального сектора, по благоустройству. Я, в свою очередь, пытаюсь им помочь, помогаю работать с нашими управлениями, службами, ну и с администрацией городского поселения, соответственно. Удается сделать? Что-то, да, что-то, к сожалению, откладывается, но стараемся по максимуму помочь. Двери в приемных наших депутатов широко открыты для славянцев. Депутаты понимают, добиться процветания города и района, благополучия граждан можно, только объединив усилия всех заинтересованных служб. И без обращений славянцев этой цели не добиться. А Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».